Здорово, народ, с вами Попик, долгожданный видеоролик уже на канале. Вот-вот на нашем канале стукнет уже 30 тысяч подписчиков. С помощью вас мы добились такой цели. Спасибо огромное, люблю каждого, всех обнимаю, всех целую. Спасибо вам огромное, что за мои старания вы подписываетесь на канал, ставите лайки. Огромное вам спасибо. И давайте наберем над этим видеороликом 2000 лайков. И я лечу снимать для вас бомбовый ролик. Надеюсь, вы сможете набрать столько количества лайк. Долго вас задерживать не буду. Всем приятного просмотра. Полетели. Так, мы на сервере, получается. 24 УЗ. Я зашел, где поменьше игроков. Сейчас я посмотрю, да, сайт сети. И он мне уже скинул координаты, где наша хата находится. Это у нас 8F где-то вот здесь. И сейчас я сделаю самоубийство, чтобы поближе заспавниться. И побежим уже туда. Так, смотрим. Да-да-да, просто прямо бегу и все. Давай. До хаты добежим. Встретимся с Саем и пойдем фармить. Так, а где у нас дом? Где кибитка, я не вижу. А, вон она, похоже, да? Скорее всего, вон впереди. Да, это она. О. Верстак вижу уже. Печка пусто. Так, ну по изучению у нас ничего нету. Так, ну давай посчитаем, сколько надо до ревика. Патроны, получается, 50, 100, 200, 250. Можно будет потом железную броню еще изучить. И чисто в железной броне с ревиком бегать. Так, то есть нам нужно сейчас 250 скрапов фармить, да? Так, ну ладно, побежали. Че, не будем время терять, сразу пойдем фармить скраб. Так. Где у нас кирочка? Вот она. Все. Кровчу кирочку. И с кирочкой у нас будет фарм быстрее. Бочек. Так, палочки скрафтил. Скоро могу выкидывать наконец-то. Беру металл. Десяточку. И я кровчу кирочку. Пофармив бочки минут 5, мне пришлось отойти по своим делам, и я зашел только уже на следующий день. Короче, захожу на сервер, я со вчерашнего дня не заходил, потому что у меня были дела. Сейчас буду заходить. Я, как знаю, хатку уже сайт строил неподалеку. Это не она ли вот это? Да, у меня только инвентарь, вот, 43 скрапа. Все, это все, я вчера нафармил и вышел сразу. Сегодня мы 100% изучим ревик уже. И железную броньку. Пройдем домики кирками. А вон хатка. А, нет, вот она хатка, да, походу. Да. Да, вот она. Где тут ход? А, вот он. Да, хатка. Так, давай я в печку тогда выложу. Скраб мне нужен. И пойдем фармить. Сразу же. Не будем время терять. Так, ну, там чели какой-то пробегал. Он там весь скраб уже все бочки зафармил. И он в сторону города побежал. И мы тогда тоже в сторону города побежим. Будем там фармить. Опа-на. О, бочки пошли. Неужели? Я думал, не будет бочек. Так, у меня дома 43 вроде скрапа, да? Мне нужно 57. 57 скрапа надо. Я тогда ревик изучаю, и у меня остается патрон. Ух, сколько здесь бочек, смотрите, никто не фармил.
Они как зареспавнились давно, и их никто не трогал. К тому времени офигеть. Вот это мы сейчас все бочки зафармим. Так, я подбегаю к домику уже. Сейчас беру скраб с печки. Где он, мой скрабчик? Вот он. И изучаю, получается, ревик уже. Бам, все, патрон. 50. А, он 50 стоит? Я думал, он 100 стоит. Изучить, но нет. Так, у меня 23 скрапа в печке. Мне осталось 27 скрапа. Это я изучаю патрон, да? И мы сейчас пойдем уфармить потом серу с металлом, чтобы уже можно будет крафтить патроны на ревик. А патроны на ревик у них там, ага, два пороха, два металла, да один патрон. Ну это дороговато, да. Так, мне надо сая дождаться. Или, не, пойдемте лучше дофармим 27 скрапа. Тут уже, да-да-да, вот, бочки заспавнились к этому времени. Сейчас фарману их. Изучаю патрон тогда. Я уже и ревик, и патрон на него изучил. Нам осталось теперь железную броньку изучить, и все. Все, да-да-да. Вот, я изучил. Не, его я только что вот изучил. Я все бочки залутал. Ой, скрабчик, давай я... Оп, и шлем металл. Оп, сюда. Так, ну чё, я думаю, сейчас пойдем фармить серку с металлом. Сейчас наставим еще побольше печек, потому что одной печки нам точно не хватит. Давайте, побежали фармить. Сейчас, я думаю, фарманем где-то серки 150. И металл столько же. А ревик из чего крафтится, я так и не посмотрел. 25 мало вообще. Я думал больше. Я думаю, там и доски пригодятся еще. Не. Да нормально все. Так, все, погнали домой. Сейчас я это в печку все закину. И пойдем быстренько, я сделаю топор каменный, и пойдем деревья порубим. На печке закинем топку. Отлично, так в шкафу у Сая был топорик железный. Можно сейчас багом пойти пофармить. Отлично. А то каменным топором мы будем прям долговатенько деревья добывать. А, так я могу просто сейчас взять металл. Скрафтить кирку железную и кирку железную добывать. Чем мне тогда каменный топор крафтить? Гениально просто. Все. Там, где железная кирочка? Вот она, крафчу. И идем фармить дерево. Так, сколько? 350 дерева, нормально. Сейчас я по печкам закину. Так, вот она печка у нас. Оп, закидываю. А, давай я по-другому сделаю. Я вот тут вытащу, вот так заправлю. Вот так сделаю. И в шкаф закину. Вот так вот. Все, погнали. Я сейчас Сая помогу. Он все-таки решил ту хатку выдолбить, где печка работает. Сейчас ему пойду тоже помогу. Да, вон та хатка. Вон, я вижу, Сая ломает. А, так тут стенки даже деревянные. Это я ищу. Давай, ломаем. Ну что? Какой-то здесь бармаленок бегает. Там делать нечего. На, ему печку дал. А, подожди, там тип внутри. Жди. Ой, ему голову разбил.
У него очень мало хп. Ой, ой, я внутри. Ай-яй, промазал. Да блин, промазал малёха. Нет, хп еще мало. Ай-яй, опять промазал. Убил. Ой-ой-ой, хорошо. Металл. Давай, спалки ломаем. Давай-давай, я спалки ломаю. Сломал. Убил. Убил-убил. Ой, металл. Отлично. Убил. Отлично, минус все. Мы всех убили. Что у них было? Пусто? Пусто. Тут тоже пусто. Давай ящики чекнем, что было. Фигня. Топоры. Копье. Он кияночку сяду возьму. Тут у нас еще... Так, доски возьму. Жир. Водичка у нас тут. Вот тыковка. Давай съем. Отхилимся хотя бы чуть-чуть. Нормально так-то мы их. Ну тут шкаф давай сломаем. Два, один. Так, что у нас? Камень, 500 дерева, 100 камня. О, ракетница. Ой, ну нормально так-то утащили. Все, сейчас тогда шкафчик крафчу. Нормально так-то мы дипнули типов. Сейчас вот наковальню, главное, вот и ящики забрать. Так, давай повыкидываем вот это все ненужное. И забираю ящики. Зачем им столько топоров здесь? Так, вот это я тоже выкинул. Так, ну все, буча, это да, все забрали. Все, да. Лут все забрали. Вот это хорошо, прям дипнули их. Нормально так-то. Чисто с копья только. Я думал, они вообще там, ну, не за одной двери у них лут. Не, нормально так-то. Сейчас я тогда вот это все повыстреляю, ящики тоже закину. У нас теперь и камень хотя бы появился, можно теперь хотя бы хатку понемножку апать. И тут я проем поставлю. Так, и давай скинемся. Вот это тоже скину. И ящики давай теперь поставим. Не, прям очень хорошо. Так, давай я тогда сейчас крафчу себе еще кирочку. И пойдем еще немножко пофармим серки. Металла нам не надо. У нас там металла на 350 с чем-то. Нам это с головой хватит. Да. Вот сейчас серки нам просто не хватает. Я тогда сейчас пойду серку пофармлю. И уже тогда будем крафтить ревик с патронами. Так, ну получается, я серки немного нафармил. Да, и сейчас я возьму топорик тогда из шкафчика, да? Если он, да, он тут есть. И пойдем дерево сейчас пофармим, чтобы в печке закинуть.
Короче, я думаю, давай я сейчас тогда, наверное, ревик скрафчу, или сейчас, я не помню, сай вроде скрафтил, не? А, да-да-да, скрафтил. Придется мне сейчас тогда патроны сделать, и пойдем, наверное, просто поубиваем кого-то. Так, а сколько мне патронов хватит? На 28. 19 патронов, не, нормально. Это прям хватит, я думаю. Думаю, конечно. Что, это хватит? Че? Бузит на меня уже. Бузит, бузит. Сейчас я тогда патрончик скрафчу. Все, патроны у меня скрафтились. Теперь выходим на охоту. Опа-на, первая добыча. Бежит куда-то. Не видел нас еще. Сейчас попробую забрать. Он фармил, слышал. Куда ты побежал, куда ты? Подожди, камень сейчас будет фармить, да? Да. Убил. Ой, хорошо, 100 серы. 100 металла, 250 камня. Еще и кирочку халявную. Сеня. Первый килл с ревика. Отлично. Все, я думаю, можно домой сложиться быстренько. Погнали. Так, ну я еще скрафтил патрон немножко. Совсем малость. Что металла ни серы нету пока что. Плавится все. Вообще побегаем ночью. Поищем каких-нибудь типов залутанных. Какие-то типы за мной бегают. Никита По. А, ну и Сеня. Дружбаны, походу, да? Ладно, давай разберусь. Ой, я. А, у второго винтовка. Я понимаю. Вдвоем. Кстати, вот этот, который Кен был с киркой, очень странно, кстати, меня бил. Скорее всего, Саимом был. Еще я когда бежал, они меня сдалека увидели. Скорее всего, с читом. Ну, прям очень странно, вот эти типочки попались. Странные. Особенно вот этот первый, который Никита. Он меня прям увидел, издалека я видел. И сразу на меня побежал. Ну, не знаю, не знаю. Я посмотрим еще. Сейчас тогда домой бегу. Скрафчу еще по ревику. И попробую еще раз их найти. Но, скорее всего, я уверен, что они с Аимом. Вот один из них. Так, я скрафтил себе небольшой сетик вместе с ревиком. И я впереди видел две кожанки. Ну как, две. Одна полукожанка, а другая фулл кожанка и шлем железный. Они вроде меня не видели. Да, вон бегает, вижу. Да-да-да, двое. Сейчас попробую их убить как-то. Вот сейчас, вот сейчас стоят прям ко мне спиной. Вот сейчас можно. Вот эту, давай железку вот эту. 4 хедшота дал. Побежал. Куда-то побежал, родненький. Хитку дал. Еще хитку дал. Ай-яй, промазал. Еще хитку дал. Еще хит дал. Еще хит дал. Еще хит дал. Убил. Минус. Второй. Куда ты лутаешь? Минус. Минус второй. Ой-ой-ой, хорошо. 200 серы. Патроны. Ой, хорошо. Броню забираю. Инструменты у тебя еще были. Отлично. Так, никого нет рядом? Не, у второго чего? Ой-ой-ой, 100 скрапа почти было. Так, броню я все забираю с тебя. Так, давай. Жир тоже забираю. И кожу. Все, отлично. Минус 2 кожанки, считай. Ой, хорошо, по луту. Все, быстренько. Все, домой, домой. Нифига, нормально. Кстати, ревик, я думал, будет такая фигня ревика, на самом деле, не, нормально. Просто самое главное, научиться стрелять с него. А так ревик хорошая тема, на самом деле. Не, нормально, я почти, считай, 2 кожанки вынес. Это прям хорошо. 200 серы, 100 камня вынес. Давай, кстати, у меня киянки нету, да? Возьми фундамент здесь лучше, вот эти два.
А, ну, кстати, винтовку целую и 20 патронов выбил. Но она не нужна, потому что у нас, ну, ролик сегодня другой, да? Да, не, нормально так-то. Хорошо, прям. Так, кожу я вот это сейчас попихаю сюда, все. Не нужно вот это. Вот это, вот это. Кстати, 100 скрапа у нас есть. Я изучаю, обучается нагрудник. Ага, все. Я закидываю вот это сюда. Блин, дерева нету. Надо сейчас дерево пофармить. Ема у нас тут порезан так-то. Сейчас я тогда вот этот скрапчик не нужен выброшу сюда. Я возьму тогда сейчас топорик. А, секунду, надо сделать... Сейчас я возьму металл. Сделаю себе патрона ревик еще побольше. А, я не сделаю, потому что металла уже нет. Надо сейчас идти дерево тогда фармить. Погнали дерево подфармим, малеха. Теперь я вам покажу, чем же люди занимаются, пока все ресурсы в печках плавятся. По полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Кто же, тоже, тоже, тоже песенку поет. Ладно, давай, все, заканчиваем с концертом. Погнали кого-нибудь, не знаю, попыхаемся, найдем, побегаем. Опа-на, типочек впереди я вижу. Не видит, да, вроде? А нет, увидел. Да, скорее сейчас ливнет, да? Блин, да, ливнул. Ну, я запомнил, где-то вот тут ливнул. Да, ну давай подождем его. Скорее всего, что-то было в нем. О, зашел. Убили, убили. Чего у тебя было? 157 скрапа. Кирочка. Отлично. Так, кожанку я заберу. Воду тоже. Ой, реви, кстати, был еще. Нормально так-то. О, так я сейчас смогу изучиться, получается. Даже лески фул. Давай тогда сейчас чуть-чуть скрапа нафармим и пойду изучаться. Так, где тут скраб? Вот, да. Во, все, 213 скрапа. Все, мне сейчас хватит штанишки и ботинки. Все, я фул железка изучился. Так, не нужен скрапчик, шкафчик, бац. И тут где-то шлем вроде был, да, вот он железный. Сейчас я тогда скрафчу еще железку и отправляемся на ПВП. Не, нормально. Ну, ревик на самом деле тема. Тема. Наверное, после этого ролика все побегут просто использовать револьвер только. Не-не-не. Ну, у него урон маленький, но вот таких кожанок на изи убивать можно. А вот на железках мы еще не тестили. Скорее всего, это будет, ну... Мы тестили, например, вот я на Сая протестил, потому что у него уже вот железная броня есть. Ревик сносят в голову 6 хп. То есть это очень мало. Если там, например, винтовка сносит хп... 16, да? А тут ревик. Ну, в 3 раза меньше. О, подожди, там в онлайне кто-то, я прям слышу, дверь открывают. Типы, типы. Мокро какое-то. Выход кидал. А, они тоже с ревиками. Что вы это, с ревиками че? Это куда? Убил. Мало хп. Убил. Хорош. Хороши мы, ребят. Ревик вообще какая-то жесть, я отвечаю. О! Что?
ребят, это жесть. Да не может быть такое. Я во сне, походу. Я когда с винтовкой, с калашами так бегаю, типов таких не выношу, как с Ревика. Ема, все, домой, не. У меня 1000 дерева. 1000 дерева залутал с них. Мне прям хорошо выбили с них лесов. Сейчас я и печки заправлю как раз. Опа-на, у нас, кстати, металл, да, уже заканчивается. Давай я разделю. Закинул в трубечку. Так, надо мне ревик еще починить. Давай я этим и займусь сейчас. Я починю сейчас ревик, да. Вот, починил. Так. Скинусь, не нужно нам тут. Надо скинуть. Надо еще буферки поставить. Надо поставить буферки, чтобы хату нашу, ну, быстро-то не вынесли. Рельсы бы куда-нибудь скинуть. Я думаю, сейчас не нужно что-нибудь, можно повыбрасывать. Вот это, например. Это сюда. Обук, я думаю, можно выбросить. Так, ну топор нам не нужен. Да, я тоже могу выбросить. У нас топорики есть. Так, мне нужно... Да, план постройку. И кияночка мне нужна. Сейчас я нашу хатку немножко лучше, буферки выставлю. Нехорошо, мне вот не очень понравился рейк. Я думал, как-то будет по-другому, но не ожидал, конечно, от такого. Реально. Офигенно получается. Почки прям фармят по дому. Голенькие. Надо выносить их. Железнокирка. Минус два. Ой, и хорошо. Соболезную тебе. Не зря сходил. 170 скрава пассива, мужики. Вон типа вижу. Вдалеке. А, он меня видит, что ли, с читом? А, ты с читом. Да, это вот дурачки, которые меня убивали. Вначале. С читом, боже. Запоминайте его, ник. В бан сразу. Еще, наверное, некоторые задаются в комментарии. Как я вижу ночью, ребят, я играю через ПК, и я могу... То есть я могу выкрутить гамму на монитор, и я как-то немножко вижу ночью. Я домой бегу тогда. Мне нужно еще патрон немножко сделать, и мы пойдем в домике рейдить кирочками. Не вынул. Я твой подписчик, я каждое видео смотрю. Ну, ребята, ну не надо. Твой подписчик, я рад очень. Пожалуйста, не убивай. Сай. Блин, с Ревика так офигенно стреляет. Не убивай, Бобик, не убивай, у меня 0 хп. Блин, ревнули.
бочки. А что они тут делали? Рейдили? Смотрите, челика просто убил. И такую фигню выносит в чате. Я рад, конечно, что у меня мои подписчики. Но кого мне здесь убивать, если у меня здесь весь сервер подписчиков? Мне просто вот скажите. Кого мне убивать? Кабанов вот этих валять и все? Блин, вообще мы выбежали какие-нибудь домики порейдить, поискать. Но домиков вообще нету. Вот бегаем. И нету интересных домиков. Типа фармят. Насували ему хорошо. Умер! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, да ладно! Типок просто на ошибке умер. 3000 дерева. Нормально так-то мы хатки поискали на рейд. 3000 дерева у типа было просто. Как так можно было умереть? Жесть. Все, домой сейчас кинемся. И пойдем домики поищем на рейдик. Шли мы хатку деревянную возле заправки пустынной. Деревянная хатка 2 на 2. Не гниет. Сейчас будем ломать ее. Отлично. Ля, это окуп. Ля, миллион ракет. Погнали еще хатки поищем. Я думаю, в той стороне можно побегать. Там тоже зарейжено все. Опачки. Вот это уже нормальненько. А вот это уже посимпатичней. Берем кирочку. Давай, ломаем. Ой, блин, не успел зайти. Я зайти не успел. Ладно, я выпущу, только не открывай. Пусти меня. Слышишь, открой. Что там? Ладно, все, беги. Все, ладно. Что там было у него? Мне нужна твоя помощь. Мне помощь нужна. Я не делаю. Мне нужна помощь. О, блин. Короче, утащили 103 серки, 267 металл. Не, нормально так-то. Дёрг, сай. Ну, я как вижу, нашу хату уже зарейдили. Я прям отсюда вижу. Да. Пул зарейджена. Угу. 4 ракеты всрали. Да. Что-то оставили хоть? Все забрали просто. Забрали прям все. Чтобы понимали, на 15 минут отошли мы. Домики порейдить. Отошли мы. И данный видеоролик подходит к концу. Спасибо огромное, что ты досмотрел до конца. Сразу вам скажу, что небольшие моменты с рейдов я не вставил, потому что напросто они были неинтересны. Было много еще читеров, аимеров, которых тоже я в этот ролик не вставлял. Ну, потому что напросто это было бы просто неинтересно для вас. Как и обычно, под конец видеоролика я оставляю подарочек. Так, сходу вам сейчас ставлю кодлог, говорю вам пароль, будет 300. В честь 30 тысяч подписчиков на канале. И также я вам покажу, какие здесь будут находиться ресурсы, а именно вот столько ресурсов достанется тому, кто первый добежит до координат и заберет все эти ресурсы. Так что за эти ресурсы будет очень жесткая борьба. Так, ну что, пароль вы знаете. Теперь я вам показываю, на каком это сервере. Это 11-й EU сервер. Так, теперь я вам показываю координаты. Координаты у нас 5G. Вот прям в центре находится зеленая меточка. Вот. Все, сейчас я вам со стороны покажу. Просто обычная деревянная кибиточка. Железной дверью. Все, спасибо огромное, что ты досмотрел ролик до конца. Надеюсь, я заслуживаю подписки
на канал и лайк. Всем пока.